Вечер добрый, друзья мои. У меня ужин уже стоит на плите. Готовится, я так думаю, минут через 15-20 мне надо будет пойти его выключить. А пока я начну косить газон. Я хотела, знаете, что у меня спрашивали, сколько времени занимает покосить вот такой вот мой газон. Сейчас засеку и вам отвечу на этот вопрос. Вот так вот он выглядит до стрижки. Стричь я буду не прерываясь, засеку время. Единственное, сбегаю, выключу ужин и закончу стрижку. И все вам расскажу. Сейчас ровно 7. Вот, собственно говоря, время 7:42. Из этого времени пару раз останавливалась на съемку и выключила ужин. А так полностью все время косила. Довольно быстро, не трудно, потому что газонокосилка самоходная, делает все сама. Я только управляю и слушаю книжку. Всем хорошего вечера. Ну и вот так вот газон выглядит после стрижки.